В этом доме отрезали газ. Постоянные проблемы с водой. Последней каплей стала рухнувшая стена в общем туалете. Лишь по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал. Теперь у людей появились дополнительные бытовые проблемы. Пользоваться уборной стало просто опасно. Изначально собственники квартир рассчитывали на биотуалет, но коммунальные службы смогли предоставить только такой вариант. Как вот ребенка пустить в туалет одному? Это надо ходить толпами, чтобы охраняли, как говорится, да, нас тут. Тут уже вообще жить невозможно. Городской администрации знают о проблеме многострадального дома. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям называют причину обрушения. Срока, наверное, 5-7 лет назад происходила утечка воды, которая была устранена коммунальными службами, но последствия выявлены были как раз только сейчас, когда начало происходить вскрытие штукатурного слоя. Сейчас в доме идет ремонт. На первом этапе устанавливают скрепляющие конструкции, завезены стройматериалы. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения, стену разбирают вертикально по частям. Участки, потому что может быть обрушение. Вот нам сделали более реальный, оптимальный вариант. Такие удобства жителям многоквартирного дома придется терпеть до середины октября, говорят строители. Они пообещали выполнить всю работу к началу отопительного сезона. Наталья Мороз, Ольга Энгельс, Татьяна Лакеева. Новости дня.